В рамках реализации федеральной программы формирования современной городской среды по улице Датуева 1 и 1А продолжаются подготовительные работы. Утвержденные эскизы дизайн-проекта предусматривают облагораживание прилегающей территории многоквартирных домов, а также постройки детских площадок. По словам инженер-технадзора Хасая Алибекова, подготовка территории находится на стадии завершения и уже можно приступать к основным работам. Все эти деревья неперспективные, все кустарники, все это. Сейчас в данный момент, видите, все это убирается. Будут установлены новые молодые саженцы, деревья посадим. Благоустройство будет, двора асфальтовые будет, все. Площадка будет из плитки. Детская площадка будет. Цель федеральной программы формирования современной городской среды – это создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории страны. Проект рассчитан на 5 лет и должен быть реализован до конца 2020 года. Бурлия Цамбиева, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».